Ассаламу алейкум, добрый день, друзья. Проходит сегодня чемпионат Ахванского района по волейболу. Принимают участие на этом чемпионате 11 команд. Сейчас серьезное дерби идет между Интертах и Клевишо. Это, говорят, две серьезные команды, которые претендуют на первое место. Вот судейская бригада здесь. Ну и куча болельщиков, которые любят волейбол. Пожелаем ребятам успехов, сильнейший победить.